братьям с ДЦП подарили большое помещение для бизнеса и трехкомнатную квартиру. Напомню, что журналисты нашего телеканала делали материал о том, как братьям Отняковым не просто развивать свое дело на 6 квадратных метрах, да еще и на цокольном этаже. Наши коллеги вновь пообщались с молодыми предпринимателями. Добро пожаловать в мою будущую квартиру. Просторная трехкомнатная квартира больше не мечта. Пару дней назад Ильнару сообщили радостную новость и вручили ключи. Жене и дочкам пока не рассказывал. Говорит, хочет сделать сюрприз. Так, вот это у нас зал. Зал, конечно, меня порадовал. Очень большой. Все можно тут поставить. В столицу Ильнар вместе со своим братом и семьей переехал 8 лет назад. За это время сменил 4 съемные квартиры. Последние несколько лет с супругой и двумя дочками жил в однокомнатной, но ни на что не жаловался и такого подарка вовсе не ждал. Говорит, для него теперь это мотивация расти и работать дальше. В первую очередь бы хотел очень большую, огромную благодарность выразить нашему президенту. Я знаю, что это с вашей подачи, Касым Жумакимович, мне вот просто душевный рахмет хотел сказать, потому что вот эта квартира, это вот, ну, для моих детей, для моей семьи это очень важно. И другим хотел сказать, таким же, как я, и вообще всем людям, что надо вот работать, надо не отчаиваться, и все будет нормально, все будет сбываться. К слову, вместе с квартирой он получил еще один подарок в виде большого помещения для бизнеса. Здесь тоже еще совсем пусто, однако у Ильнара большие планы. Маленькое дело он хочет превратить в большой социальный бизнес и подарить новые рабочие места людям с ограниченными возможностями. Второй или третий раз здесь я уже примерно представляю себе в голове, что будет. Допустим, вот этот угол я хочу сделать как типа магазина, там мобильные аксессуары, там ремонт телефонов, угол выделить, допустим. Вообще хочу вот мини-магазинчик открыть для продажи компьютерной техники. Напомню, что Ильнар вместе с братом развивает маленькое дело по ремонту техники. Пока они ютятся на 6 квадратных метрах. Помещение находится на цокольном этаже, поэтому добираться братьям Айтняковым туда нелегко. В новом здании созданы для них все условия. Остается только надеяться, что планы совсем скоро воплотятся в жизнь. Сабин Рахимбай, Руслан Алиев, Хабар 24.